Всех приветствую. Значит, ты хочешь вместе со мной поиграть и поднять прикольный скинчанский? Заходи именно сюда и нажимай промокод Денерс. Промокод дает тебе 35% пополнения. Например, пополняешь ты 1000 рублей, получаешь 1350, то есть 350 рублей на халяву. Пополняешь 5000 рублей, получаешь 6750, то есть 1750 рублей на халяву. Пополняешь 10 тысяч, получаешь 3500 рублей на халяву. Подкрываешь халявные кейсы и получишь какие-нибудь прикольные скины. Поэтому используй. Друзья, всех приветствую. Мы также продолжаем с вами открывать кейсики на MyCSGO по промокоду Denerz. Все ссылки будут закреплены в комментарии. Если что, переходи, играй вместе со мной. Безумный Хэллоуин у нас также продолжается. Также мы выполняем с вами квесты. Какие квесты, я сейчас вам покажу. Погнали смотреть. Вот перед вами Безумный Хэллоуин, что он вам дает. Мы открываем тематические кейсы, которые видите перед вами. Вот здесь вот. И теперь эти события вы можете ознакомиться, что именно это такое. Ну, вкратце, в лавку переходим, и те конфетки, которые вы копите, когда вы открываете тематические кейсы, вот эти вот, вам капают сюда конфетки. И в лавке потом обмените на бесплатные кейсы. Также в коллекции вы собираете такие вот темы, например, мы можем забрать награду и скин в подарок. Подарочный скин можно использовать прямо сейчас, но не с большой ограниченной, наслаждайтесь. Вот скин подарок, ясно, спасибо. И все, все очень круто. Мы с вами можем максимально цена, заберите эту коллекцию, заберите награду, использовать, доступно для продажи. Вот такие кейсики мы с вами забрали, такие вот скины, так сказать. И также мы можем забрать с вами уже сейчас в коллекцию вот такие вот скинчанские. Просто на халяву, просто скин для апгрейда. Поехали апгрейдить. Переходим в апгрейды. Вот эти скинчанские можем просто брать и апгрейдить. Вот такие вот скины мы получили с вами на халяву. Просто когда вы выполняете задание и выбиваете вот такие вот с вами бонусы. Так, окей. Смотрите, мы сегодня с вами хотим поставить цель. Ну, постараемся выбить какой-нибудь ножик, либо дорогой скин по цене ножа. И надеюсь, у нас с вами это получится. Подкрываем вначале тематические кейсы. Сейчас мы это с вами сделаем. Так, давай попробуем открыть, например, с вами кейсик, который называется Пупкин, который стоит у нас с вами почти 1000 рублей. У нас на балансе 12 тысяч. Здесь можно выбить либо 3 пары перчаток, либо 3 пары ножей. Также есть явики, и калаши топовые, и эмки, и диглы, и юспы. Все это тут имеется, поэтому погнали. Медленно открываем один кейсик и попробуем что-нибудь отсюда урвать, забрать, так сказать. Конечно же, перчатки пролетят мимо, да, но зубная фея эмочка падает 291, да, это в минус. Прокрутим еще раз быстро, и нам сразу же падает топовый авик Wildfire за 4,5. Я считаю, это круто, поэтому мы его с вами оставляем у себя в инвентаре и уходим. Просто уходим, потому что мы с вами приплюсули баланс. Окей, давайте Dead откроем с вами 5 раз медленно и посмотрим, что же здесь у нас выпадет. Ну, такие. Ну, пойдет. Давайте мы оставим. Давай еще раз откроем. О, тут должно быть получше. Да, здесь намного лучше. Ну, тоже оставим пока что. Не будем ничего продавать. Хотя у нас много там уже хлама тут набралось. Вот такого вот, блин, я бы, конечно, это все продал бы вот так вот, чтобы чистенько все было, красиво. Я люблю, когда все у нас эстетически красиво. Так, давайте это тоже продадим. За 209 продадим. За 89. Вот так вот. Ну, вот так вот оставим. Пока что вот так вот у нас с вами. И уже с вами есть на 6700. К слову, на балансе 9100. Отлично. Оставим пока что так вот. Так, окей, по тематическим кейсам мы с вами чуть-чуть прошлись, повыбивали хорошие скинчанские и можем перенестись в какую-нибудь в ограниченную серию и подкрывать новый кейс, который называется ГУМ. Вот он у нас с вами перед глазами. 551 рубль он стоит, такой мужчина с гантели держится, да. И что же у нас здесь может выпасть? 4 пар перчаток, 3 ножей есть, явики и калаши, все тоже есть топовые. Поэтому можем попробовать что-то здесь выбить. Давай также по традиции один медленно откроем и потом подкрываем быстро. Кайман, стой. Блин, вот юзбы кайман бы был бы круто. Он очень хорошо стоит. Давай быстро откроем. Опять кайман, кстати. Черный Нил. Я оставлю этот авик. Авик хороший, можно будет кому-то потом подарить.
Еще один падает. Давай его оставим тоже. Угу. Ну, это точно мы продадим. Он стоит вообще копейки. Стальная дельта. Продаем. Дождь из пуль. Очень хорошая эмка, которая хорошо будет стоить. Да, мы ее оставляем однозначно. Переходим дальше. Хороший кейс. Гум могу советовать. Так, перелистываем вниз. Чуть пониже. Что же у нас тут имеется? Сквидвард. 200. На балансе на 6. Хороший кейс Сквидвард. Я постоянно его смотрю. А, здесь хорошие бонусы за открытие дается, которые копятся здесь. Потом бесплатно можем подкрывать. И такие вот скины у нас есть. Плата за риск бы выпала бы. Что такое плата за риск? Это СГ-шечка такая вот желтая. Очень красивая и очень дорогая. Давай, лайкусов навалите. Let's go, 200. Почти ва-банк, но не ва-банк, 1/3. Нам падает не шедевр. Шедевр бы стоил бы хороших денег, а силы ламинат. То стоит 850 рубликов. А если нам упал бы синий шедевр, он стоил бы 24 тысячи. Ладно, один раз быстро открываем ради вас. А вот это очень хорошо будет стоить. 30 тысяч. Дигл. 30 тысяч. Финек. 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 Кто как называет, напиши в комментах. Ну, это мы однозначно оставляем. 100%. И просто отсюда говорим Сквидверду спасибо большое. И уходим. Ну, мы можем с вами сделать вот так вот. А теперь подешевле скины еще продадим. Так, по 250. Блок. А, вот эту эмочку тоже продам. Ну, тут пока что дождь с пули оставлю. Дигл. Вилдфайр оставляю. Отлично, на балансе 5400 еще есть. Поэтому это... Как бы мы хотели по цене ножа выбить, вот мы 30-очку с вами выбили. Я считаю, что это того стоит. Конечно, бы нож где-то залутать бы тоже было бы круто. Ну, блин, это что-то. Так, короче, кейс ютуберов. Ищем, что можно пооткрывать. Я бы открыл бы сахара. Хороший кейс. Сразу 10 штук. Let's go. Баланс нас позволяет. На последний будем крутить, потому что у нас очень хорошо уже выпал. Кто-то там юспик выбивает. Кстати, выбивают юспики с хорошего кейса. Талын юсп и Адимов. Дигл тут падает у нас. 3300 это стоит. Так, а мы с вами давайте-ка... Это мы продадим все. 3300. Почти в ноль. Давай еще раз быстренько откроем. 1300. Тут уже в минус пошло. Окей. 2,5 у нас с вами осталось. А, можем пооткрывать, попробовать. Знаете что? Вот там ребята Алын Юспы выбивают. А мы с вами просто ва-банком эмочку прокрутим. Вот так медленно. Выбиться будет вообще круто. Она стоит, кстати, 14 тысяч. 14, слово. И нам она не выпадает, да? А, выпадает, отлично. Нам эмочка еще выпадает, чуваки. Не, ну сегодня прям жир, сегодня хорошо. Вот советую всем играть где-нибудь в обед с утреца, как я сейчас это делаю, в 12 часов дня. И вот такие скины нам, конечно же, будут падать. Это отлично. 789 у нас остается. Давай на него какой-нибудь Алын откроем. 708, ну, ниндзя кейс, давай откроем данного стримера, данного ютубера. Откроем кейсик и посмотрим, что отсюда выпадет. Прощальный оскал падает, P250. Хороший зеленый кинчанский, да, недорогой. Но у нас с вами, если продаем все, 50 кусков выпадает, 50. Вот такие скины мы с вами выбили. Можете посмотреть. Я считаю, что круто это все. Это хорошее открытие сегодня, прям жирное открытие. Поставили цель выбить какой-то ножик, но выбили дигл за 30 тысяч, эмку за 14 тысяч, авик за 4,5. Я считаю, что это хорошее открытие, поэтому все ссылки будут в закрепе, если что, переходи, оценивай. И также используй промокод DENERS для того, чтобы поддержать меня, и также ты получишь какую-то ауру от меня к себе, то, что у тебя что-то прикольно выпадет. Все, до новых видео, пока-пока.